The wonderful thing about telephones is that they have off switches. Самое прекрасное в телефонах это то, что они выключены. It would be best if you used it. И было бы здорово, если все так сделали. Просветленного человека может болеть голова? И что, если да, вы делаете в этом случае? Can an enlightened person have a headache? And if yes, then what do you do in such case? So, I'd like to de-emphasize the enlightened person. Я хотел бы сейчас немного как бы снять вот этот вот акцент на просветленности человека. What I describe as enlightenment is the absence of secondary involvement. То, что я называю просветлением, это отсутствие в человеке вторичной вовлеченности. By secondary involvement, I mean the concern
by an independent me. Когда я говорю вторичная вовлеченность, я имею в виду это независимое я. It is this independent me which takes what is happening. Это независимое я берет то, что происходит. And makes it about me. И поворачивает все так, что все, что происходит, это обо мне. In terms of my responsibility for its existence. В том смысле, что я на мне ответственность за все то, что происходит. So there is no particular behavior that signifies an enlightened person. И нет никакого специального поведения, которое говорило бы о том, что этот человек просветленный. That which is the sign of the enlightenment is invisible. То, что является признаком просветленности, оно невидимое. And so, the sage or the enlightened person is ultimately the same as you. В конечном счете точно такой же, как и вы. So, what do you do when you get a headache? Так что, что вы делаете, когда у вас болит голова? Take a pill for the headache. It's amazing. That's exactly what I do. Это удивительно. Я делаю точно так же.